еще. Опа. И главный приз. Автомобиль. Пушка. Пушка есть. На место водителя. Все, и назад отгоняем. Ага. Спортивный хэтчбэк. Твою мать. Блять. Ты умер? Нет. Какой же хороший водитель. И она сейчас вообще топить не будет, походу. Блять. А, у меня колес нет задних. Я ебаный дебил. Ну мы типа едем недалеко, можешь подождать. А, твою мать. Ну ничего, нормально, разворачиваемся. Дальше поехали. Ничего, ничего, нашел один спортивный хэтчбэк, найду еще другой. Ага, во-во, хорошо. 2 км/ч разгоняет. Спорткар. Парня, к вам навстречу сейчас поеду. Сейчас, ребят, разворачиваюсь. 2 км/ч? Хорошенький спорткар. Короче, ребят, я еду к вам. Давай, давай. Это смурф фейса, мы берем справа тачка, она словно, ребят. Или нет, хотя она похожа такая же. Не, все нормально, ребят, я поеду. Вот этот самый забор, чем он тут стоит вообще. О, парни, вы здесь? Че, пересядь на свой спорт? Давай, садитесь, ребят. Сейчас припаркуюсь. Сейчас, ребят, припаркуюсь. На ходу. Все, едем. Подальше, подальше. Главное, едем подальше. Все. И увозит меня, и увозит меня. Так, ладно. Притормаживай. Все, достаточно.